Малыши от 1,5 до 7 лет играют и развиваются в частном детском саду «Ботаник Kids». Ежедневно по 3 часа занятия с детьми проходят на английском языке. С юными горожанами также работают логопед и психолог. Здесь же дети проходят полную подготовку к школе. О том, как все начиналось, нам рассказала директор общества с ограниченной ответственностью «Чудо» Лесян Сойлер. Первоначально садик «Ботаник Kids», первый частный сад города Нефтекамска, был открыт группой молодых родителей для своих детей. Он был открыт как детский центр, в котором велся уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. И год назад сад получил государственную лицензию. То есть стал полноценным детским садом полного пребывания. Сегодня в «Ботаник Kids» воспитываются и обучаются 24 ребенка. В первой группе дети младшего возраста – от 1,5 до 3 лет, в старшей – с 3 до 7. Со слов руководителей учреждения, все игрушки, мебель, расположенная здесь, российского производства и имеет сертификаты, соответствующие всем требованиям. О возможности получить грант на приобретение нового оборудования они узнали на сайте Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и решили принять участие с собственным социальным проектом. Став победителями и выиграв 500 тысяч рублей, они уже точно знали, на что именно пойдут средства. Мы уже заключили договор с фирмой российского производства, с фирмой, которая производит инновационное оборудование. Это различные интерактивные приборы, оборудование, которые направлены на развитие детей дошкольного и школьного возраста. Ну, в частности, мы закупаем умное зеркало Arctic Me, продукция фирмы, российской фирмы PlayStand. Руководство садика делает все, чтобы ребята воспитывались в комфортных условиях, с индивидуальным подходом к каждому и получали качественное образование. Имея успешный опыт в получении гранта, предприниматели останавливаться не собираются и уже начали думать над новым социальным проектом, который был бы полезен горожанам.